Добрый день. У нас есть вот такой замечательный насос, вернее, это серия насосов SCAD. Есть три, это SCAD Рыбак, SCAD Sport и SCAD Профи. Вот это самый маленький из насосов. Это полностью полипропиленовая конструкция, цельноваренная. Все детали абсолютно из полипропилена, даже вот эта ленточка фирменная из него же. Есть пара отверстий, из-за которых можно включить карабин и постраховать это на рафте или на вашем катамаране. Насос может как накачивать, так и откачивать воздух. Есть в комплекте вот такой шланг. С одной стороны тут у него резиновый переходничок, с другой стороны стоит переходник для клапана голубя в данный момент. И мы его вставляем в ручку. Второй конец вставляем в данном случае в баночку. И буквально несколькими движениями руки. Все просто, легко, никаких проблем. Ну, трактором гусеничным нежелательно переезжать, но машиной пробуем. Пока.